1 мая 2017 год. Только что у нас здесь, в городе Бендеры, закончился концерт. И ТК Ткаченко сегодня будет ровно в 6 часов. Я снимал здесь. Вот с этой вот скамейки. Давайте пойдем, что там у нас дети делают. Они тоже молодцы. Итак, пол второго дня. Еще до концерта 4 часа 30 минут, который состоится в ДК Ткаченко. Но это будет немножечко впереди. Но пока вы видите, участники у нас собираются и уезжают. Так что вот так вот у нас. Добрый день. Все отлично было. Да? Я в 6 буду. Кардиограмму. Все, до встречи. Сладкую вату продают. А, да, 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 продают. Да, 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 он же ж. Так. А я хочу все-таки пройтись в парк. Сегодня он начнется очень людно. Здесь тоже у нас хорошие фотомодели. Я немножко сделал отклонение. Так, вот я вижу флажки 1 мая. У меня еще дома такой есть. Немножечко он наподобие. Так. Так, ну что у нас тут в самом парке? Аттракционов. Итак, вот последний раз я видел 2 сентября это было, и вы стояли, насколько я помню, между Лениным и фонтаном. Вот я вот помню, вот был фотограф. Так, что тут у нас сегодня? Вата. Сладкая вата. 10 рублей вот такой вот стоит один. Много сегодня людей, много. Такого не было давненько. Я такого не припомню. Кофе, послушай. Вот, мальчики кушают вату. Как вата, во? Нравится тебе? А она не это, я просто когда ел, ее надо вот так вот брать и чуть-чуть это, чтобы легче было ее есть. Вот, бери вот так вот и, ну ты понял, вот оторви. И вот так вот, сделай такой как бы, ну, фигурку какую-то. Так, во. Вот так вот ее наматываю. Давайте посмотрим. Вот. Это 10 рублей. Или сейчас дороже, я не знаю. Вот. 10, да? Так и стоит. А. Кристина. О. Вот так вот. И вот почти за 2 минуты получается 10 рублей. Станок деньги печатает быстрее, конечно.
машина. Что она вас цепляет? Она хочет, чтобы у нас было больше всех. Спасибо. Давайте еще вот так вот глянем. Вот. Вот так вот. В закулисье, мы. Барабана подальше, девочки. Барабан горячий. Так, кому вату? Нам 3 вата. Ну, держите 3. Сразу 3 вам сделаю. 3, что я отлет? Дайте 10 вот это решение.